Итак, доклад о миграции мастер-данных в SAP C4C, используя CPI и о дата-сервисы. Ринат Шайхетдинов, прошу тебе слово. Всем привет. На PMON 2019 мой тезка Ринат Хамидуллин рассказывал про Integration Solution Advisory Methodology. Это методология, которая позволяет, помогает определить интеграционные инструменты в компании и их место в архитектуре с точки зрения использования, use cases и так далее. И одним из этапов адаптации этой методологии является определение применимости, применения, места применения каждого из интеграционных инструментов. Это важно, потому что помимо интеграционных задач возникает также и миграционная задача, и я думаю, что участникам сегодняшнего мероприятия эта тема довольно знакома. Часто бывает так, что в проекте выполнены интеграционные целевые решения, применяют для того, чтобы данные смигрировать, выполнить первичную миграцию. Но бывают и кейсы, когда интеграционное решение разрабатывает адресно для миграции данных. И один из таких примеров мы сегодня посмотрим. На примере BTP Cloud Integration и C4C or Data Services. BTP Cloud Integration – это известный ранее CPI или HCI. Отлично. Попробуй сейчас полистать, все должно быть. Да, сейчас работает. Спасибо. В своем докладе я хочу поговорить об особенностях процессов или задач миграции данных относительно интеграционных решений, поговорить о применении Cloud Integration на примере одного кейса недавнего и подискутировать о том, какие выводы из этого можно сделать с точки зрения применимости Cloud Integration в задачах миграции. Итак, поехали. С точки зрения разницы процессов, задач миграции данных и интеграции приложений, можно выделить несколько пунктов. Некоторые из них более частные, некоторые более общие, некоторые очевидные, некоторые более спорные. Начну с организационного пункта. Он заключается в том, что миграция данных – это, как правило, проектная активность. Это задача, которая выполняется в сжатые сроки, задача, которая выполняется проектной командой, выполняется разово с точки зрения доставки данных до продуктива. В то время как интеграция – это периодическая задача, лучшая характеристика которого – это работать не трогай. Из этого следует, что у этих задач разный жизненный цикл. То есть миграция данных выполняется разово с точки зрения доставки данных до продуктива. Интеграционные задачи выполняются периодически, на периодической основе, либо там по требованию. Следующий пункт, наверное, более общий или там спорный. Сложность обработки данных в миграции, в процессе миграции, как правило, проще. Ну, с точки зрения экстракции, преобразования, может быть, это не так, но с точки зрения использования средств в последней мере для доставки данных до продуктива, это, как правило, так. Интеграционные задачи, как правило, вариативнее с точки зрения преобразования. Но у миграции есть вызов с точки зрения того, что при миграции мы используем гораздо больший объем данных. В миграции данных на порядок, на два порядка больше, чем в типичных интеграционных задачах. Я имею в виду разовые интеграционные задачи. Следующий важный пункт – это качество данных. К сожалению, в миграции, при миграции данных качество данных бывает не самого высокого качества. Это может быть связано с тем, что данные агрегируются из разных источников, и в этих источниках разные требования к данным. Это может быть связано с тому, что при сборе данных в миграции допустимы ручные операции, выполняемые вручную. Но факт остается фактом, что при интеграции, как правило, качество данных повыше. Это можно описать, ну, это можно объяснить еще и тем, что при интеграции, как правило,
идут по подходу contract first. Сначала описали данные с точки зрения формата, а потом уже их передают. Следующий пункт – это автоматизированность уровня работ или допустимость ручных работ. В интеграции мы привыкли все максимально автоматизировать с точки зрения экстракции, с точки зрения доставки, обработки ошибок, но в миграции данных, так как это разовая операция, допустима ручная обработка. Вручную экстрагировать данные, как-то их валидировать, проверить, оценить, загрузить. И в случае, если что-то пошло не так, мы имеем возможность проанализировать эти ошибки вручную и выйти на следующую итерацию загрузки. Ну и результатом всего этого, наверное, является то, что для задач миграции и интеграции данных допустимо использование разных инструментов. И с точки зрения применения инструментов на доставке последней мили, мы сегодня как раз поговорим про CPI. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Попробуй. Да. Итак, при миграции данных у нас есть условно ограниченная по срокам разовая задача со сравнительно простой логикой преобразования данных, но данных много, и они не всегда высокого качества. Но при этом мы можем поработать с данными вручную. Для одной подобной задачи мы попробовали использовать Cloud Integration Services, и общая задача заключалась в том, что необходимо было смигрировать данные в систему C4C, данные по 8 сущностям, общий состав данных, там 31,5 миллион записей. Из них для интеграционных задач, для Cloud Integration было выделено 4 сущности, и это 5,5 миллионов записей, что-то около того. Вообще к идее использования Cloud Integration пришли в поисках решения распараллеливания задач и ускорения задач, плюс использование имеющейся инфраструктуры, имеющихся инструментов и компетенций. Как это часто бывает в проектах, были очень сжатые сроки, но хорошая новость для нас заключалась в том, что у клиента уже были тенанты Cloud Integration, и по всем 4 сущностям уже были готовы OData-сервисы, чем мы и воспользовались. Реализация этого решения получилась довольно прямолинейная. Первым шагом прочитали файлы, вторым шагом, используя General Splitter, разбили прочитанные данные на какие-то пачки, на какие-то пакеты. Следующим шагом CSV преобразовали в HTTP инструкции для выполнения batch операций. Нагрузили бэкэнд-систему C4C, получили от нее все ответы, записали, залогировали и проанализировали, посмотрели уже вручную. Важная история, что данную миграцию надо было выполнить как можно быстрее, у нас были сжатые сроки. Поэтому какое-то время при проектировании, при реализации мы потратили на тюнинг. К тюнингу подошли, исходя из поиска золотой середины между максимальной нагруженностью всех задействованных систем, но при этом обеспечением бесперебойной, безошибочной работы этого миграционного процесса. Тюнингу подошли, опять же таки, со стороны и бэкэнд-системы, и системы Cloud Integration. В бэкэнд-системе выполнили оптимизацию кода, который занимался непосредственно созданием объектов, для того, чтобы убрать лишние с точки зрения миграции данных операции, такие как создание смежных объектов, какие-то проверки дополнительные. С точки зрения Cloud Integration выполнили оптимизацию, во-первых, количества файлов, которые одновременно поступают в работу, а во-вторых,
опытным путем, подбирая количество одновременных сессий для работы с C4C и размером пачки в каждом случае. Такую операцию выполняли для каждой сущности загружаемой, но из-за того, что интеграционный поток и вообще процесс загрузки был идентичным, все эти параметры удалось вынести там, в external parameters, и у нас получился такой в какой-то степени универсальный поток для загрузки, для миграции данных. Как я уже проговорил ранее, при миграции данных допустимы некоторые операции с точки зрения выполнения их вручную. В противовес этому в интеграции, как правило, стараемся все задачи, в том числе error handling, автоматизировать. В интеграции мы привыкли, что система, в которую мы отправляем данные, отвечает либо каким-то HTTP-статусом, либо асинхронным сообщением, либо синхронным сообщением. При миграции данных мы error handling свели к следующему процессу. Получили все ответы от backend-системы, обогатили эти ответы изначальными данными и залогировали. Так как при загрузке данных мы использовали batch-операцию, OData batch-операцию, то в качестве ответа мы получали либо такой же batch, такой же multipart HTTP пакет с ответами, с кучей ответов, в случае, если запись была успешна, либо мы получали одну ошибку, всю пачку, и это было немного неудобно с точки зрения того, что возвращается не весь набор ошибок, а первая ошибка. Таким образом, если у нас один батч был обработан неуспешно, мы его логировали, потом при анализе имели возможность сопоставить данные, которые у нас были на входе, с ошибкой, и таким образом немного ускорить повторную обработку ошибок, вернее, анализ ошибки, исправление и выход на повторную загрузку этих данных. Из всего этого... Сейчас вернусь к предыдущему. Вообще, в попытках ускорить загрузку из-за того, что мы использовали батч-операции, и при этом качество данных было не всегда на высоком уровне, у нас было до 3 итераций загрузки данных, по сути, по одному только объекту. По большей части объектов мы сразу получили какие-то вменяемые ответы. Здесь, кстати, вот как раз на слайде приведен пример успешного ответа. С одной стороны, это подтверждение того, что миграция данных проходит успешно. С другой стороны, это какой-то дополнительный лог для того, чтобы анализировать ошибки. Что из этого можно заключить, какие выводы из этого можно сделать? Ну, первое, это что BTP Cloud Integration вполне удобный инструмент для того, чтобы выполнять загрузку, массовую загрузку данных и использовать его в качестве инструмента последней мили при миграции данных. В нем есть достаточно инструментов для распараллеливания, в нем есть достаточно инструментов для анализа, для бэтчинга. Поэтому с точки зрения той же ISAM методологии, его, я считаю, допустимо использовать при миграции. Следующий, тоже довольно важный пункт, на миграцию данных тоже можно смотреть шире с точки зрения выбора инструментов, с точки зрения поиска места оптимизации. В нашем кейсе мы получили ускорение оптимизации от 4 до более чем 30 крат по сравнению с рассчитанным ранее временем загрузки данных. Этот результат можно отнести к довольно высоким. Следующий пункт. Опять же, на оптимизацию можно смотреть чуть более адресно с точки зрения попыток оптимизировать пообъектно, пособытийно,
То есть не пытаться покрыть все одним общим подходом. В наших случаях батчи, которые мы загружали по объектам, отличались размерами от сотни до 1500. И это позволяло, на самом деле, получить какие-то эффективные результаты в ускорении. Следующий вывод совсем частный. В поисках ускорения разработки мы использовали вариант технического пользователя для обращения к SIFO-C-системе. Это позволяет сэкономить немного времени на разработке средств аутентификации. Этим тоже можно пользоваться. Ну и последний пункт, совсем очевидный, но его тоже важно проговорить. Качество данных – это очень важная история при миграции данных. Чем более вариативны ваши данные в тесте, чем ближе они к продуктиву, тем меньше итераций будет при загрузке, при миграции данных, и тем выше вообще вероятность успеха миграции как таковой. Последний пункт, который можно проговорить словами только, наверное, это необходимость взаимодействия с функциональными консультантами, с функциональными экспертами. Несмотря на то, что иногда есть соблазн при получении ошибки по-быстрому все самостоятельно поправить, потому что ошибка, казалось бы, понятная, исправить дату так-то или исправить true на там, X. Но это необходимо каждый раз выравнивать с функциональными экспертами, потому что это может потом повлиять на какие-то решения в будущем. По обязательной части доклада у меня все. Да. Можем поговорить про ваш опыт миграции данных, как вы на это смотрите, и вообще какие будут вопросы. А можно на слайд, где BPM-картинка? А вот здесь вот, где с FTP sender начинается. Вообще вот этот процесс, как долго он висел? Сколько минут он до завершения работал? Ну, примерно. Самый долгий процесс у нас работал 2,5 часа. Ага. Серега Диденко, ты здесь, да? Сережа в зуме. У нас с Серегой была такая же задача, и только там C4C маркетинг был, и мы грузили Z-отчеты. Это был январь 2019 года, ритейловый клиент, отчеты там были что-то с начала 2000-х и тоже миллионы строк, и столкнулись с тем, что, похоже, мы сперва идею нарисовали примерно такую же, и у нас, когда брались тогда 2,5, ну вот в январе 2019-го, там была какая-то ошибка, что когда одна рабочая нода забирала файл с FTP и ставила блокировку, и это висело больше скольких-то часов, то потом иногда другая рабочая нода почему-то тоже его начинала брать, этот файл, и обрабатывать. В итоге вот нам в похожем сценарии пришлось сделать разрыв, то есть мы сперва брали файл быстро с SFTP, потом по SAP его, тогда еще не было XI протокола, мы не в DataStore клали, мы его сами в CPI отправляли по SAP тут же. То есть, чтобы он брался там буквально за минуту где-то. Забирался, перемещался и больше не подхватывался. Mm-hmm. А потом из САПа это уже висело часами тоже, там сплиттерами все дробилось. Тоже похожая была логика. Но у нас данные были качественные. В основном просто надо было сплиттеры тоже подобрать. И вот это вот бага, ну, там было несколько рабочих нот. Я думаю, что это просто комбинация нескольких рабочих нот и длительного времени выполнения была у нас там нежелательной. Ну, смотри, этот процесс выполнялся в июле 2021 года. Плюс сейчас у SFTP и сендера есть три, кажется, варианта обработки блокировок. То есть можно переименовать файл, можно его пометить. Ну, в общем, там есть что-то. Тут еще репозиторий есть. Да, тут тоже было три рабочих ноды, если я ничего не путаю. И подобных конфликтов не возникало. Ну вот мы эти все стратегии там подбирали, я и Серега, и что-то пришли к тому, что пришлось вот этот разрыв сделать. Может быть, я не знаю, блокировки могут работать специфическим образом, может, с какими-то разными SFTP-серверами, может, с этим было связано, не знаю, но не могу ответить. Это просто ничего. Комментарий, это к тому, что ты рассказал, так относится просто как предыстория.
А еще, коллеги, у кого-нибудь вопросы, комментарии, что вы используете для миграции? А нам логи, так как было логов очень много, мы не могли их логировать скриптом, и я все сваливал обратно на этот SFTP для разбора. Такой вариант тоже, естественно, думали, изначально целились в такое, но в погоне за экономией времени пока оставили в виде, кстати, логирования через скрипт, да. Ну, конечно, сильно зависит от сценария. Просто у нас 4 сущности, не было большого смысла пока градить такое. Если это, естественно, задача более широкая, и это не просто миграционная разовая активность, а это что-то интеграционно работающее постоянно, то, конечно, тут вопрос удобства анализа подобных обработок важен. Ренат, а там в чате нет вопросов, да, у нас? Сейчас скажу. Нет, новых вопросов в чате не появилось. Ну, спасибо, Ренат. Было спасибо интересно за внимание. Похожую ситуацию увидеть. Спасибо. А, вот еще есть не спасибо. Ну вот. Да. Вот в этот HTTP-запрос в C4C, там были ли какие-то ограничения на количество запросов там в минуту, в секунду? Или там строго по одной записи? Ну, смотрите, если говорить про HTTP-вызовы в адрес C4C, то естественным ограничением был там тайм-аут, время тайм-аута, потому что это синхронное взаимодействие в адрес C4C. Мы вызываем постоперацию от Data Batch. Одно из ограничений было то, что тайм-аут настроен в 5 минут, нам надо было укладываться в 5 минут. Второе ограничение заключалось в том, что так как это от Data, то нам надо было подобрать такое количество сообщений в одной пачке, чтобы минимизировать количество ошибок. Ну, то есть если мы отправим, условно, 10 тысяч, они даже в 5 минут уложатся. Если среди этих 10 тысяч будет хотя бы одно ошибочное, то нам потом придется снова 10 тысяч загружать. Поэтому дробили таким образом, чтобы подобрать и по времени, и по минимизации количества ошибочных батчей. Ну, плюс, да, со стороны бэкэнда, как всегда, могут быть какие-то дополнительные ограничения, такие как, например, там, обработка одновременно 10 тысяч сообщений. Плюс еще один тоже важный момент, так как грузили мастер данные, ну, например, там, данные по контрагенту, важно было так подобрать батчи и параллельное количество, чтобы параллельные батчи не меняли одного и того же контрагента. Ну, это все итеративно, понимали, формировали представление, разбивку. Ну, вот такие вот ограничения, да, были. А еще вот почему HTTP, а не OData Adapter? Чтобы экономить payload, да? Да, в первую очередь в погоне за экономией payload. Да, можно выполнять через OData адаптер, у него, по-моему, уже есть. Там тоже батч есть. Да, функциональность. Да. Но так как у нас на входе был CSV, нам все равно его конвертировать в JSON на лету. При этом, опять же таки, для того, чтобы сделать более универсальным, JSON формировали, исходя из заголовков CSV, то решили сразу собирать HTTP-инструкции, готовые в виде батч-операции. А там даты во имя какие-то были поля или нет вот в этих прелодах? Там, по-моему, если в таком сыром формате отправлять, то JSON, ну, как-то там надо кодировать специально, да? Да, это там было надо тоже приводить к Unix времени. То ли Unix, да, то ли еще, да, каком-то, я не, да, помню. Да, там в скобках date там какой-то, и, да, ну, да, миллисекунды. Ну, то есть это обычная операция в Groovy, но да, это надо было делать. Угу. Понятно. Еще вопросы? Да. А подскажите, а как вы ошибки обрабатывали, когда загружалась пачка в 10 тысяч сообщений? Только там вручную смотрели, какое из этих 10 тысяч ошибочное или что-то здесь? Абсолютно верно. То есть мы формировали лог, в который фиксировали блок данных из CSV, блок, содержащий ошибку, потом, собственно, анализировали. Других просто вариантов... глазами, да? Смотрели, ну, как глазами? Что-то. Ну, у нас есть лог, в котором указано, что вот этот блок данных не загружен. Собственно,
идешь в бэкэнд, смотришь, какая там зарегистрирована ошибка, если данных в ошибке недостаточно. Делаешь какие-то выводы, вносишь правки, выходишь на итерацию. Поэтому мы, собственно, до 3 итераций проводили по одному объекту. Да? Понятно. Ну, то есть понять сразу автоматически конкретную строку, там, выйти на ошибку здесь не получается. Увы, здесь нет. Но это, наверное, одна из общих рекомендаций. Если есть возможность, если есть время, то используйте инструменты валидации данных, прежде чем грузить их в продуктиве. Вот, но только такое могу посоветовать. Готового средства, чтобы бэкэнд вернул какой-то HTTP-респонс, в котором было сказано, что такая строка содержит ошибку, нет. Для того, чтобы была такая возможность, надо грузить попозиционно, то есть каждый HTTP-запрос на одну позицию формировать. Но в таком случае мы теряем производительность. Опять же таки, в погоне за производительностью мы пришли к тому, что собрали не сильно большие батчи, которые можно было анализировать, но при этом которые позволяли нам выиграть во времени. Ясно, спасибо. Может быть, тут еще имелось в виду, что статус процесса здесь всегда будет, всегда ли он completed будет или нет? Или вот здесь будет по завершении еще и другие статусы? По завершению, если говорить про iFlow, то процесс, выполнявшийся, будет всегда в финальном статусе. Он будет все равно successful, потому что в данном случае мы имеем возможность не регистрировать ошибку, которая вернулась из CFUSI как ошибку, а залогировать ее и пойти дальше. То есть это тоже, кстати, настраивается в General Splitter, как вести себя в случае возникновения одной ошибки. Ну, еще вопрос. Вот там говорилось, что вы в бэкэнде что-то доделывали. Ну, да, оптимизация кода вот для... Что это было за... В каком месте? Если у нас 4 готовых OData, скажем, ну, я так понял, приемника, да, то что там приходилось доделывать, в каком месте? Ну, смотрите, с точки зрения системы CFOC облачной, это тот же самый NetWare, в котором можно посмотреть логи, в котором тоже можно навесить дополнительную обработку при создании объектов. Так вот, при создании объектов в той версии, с которой мы начинали, было достаточно много проверок, было достаточно большое количество создания смежных объектов. Что было сделано для миграции, для ускорения миграции, для более успешной миграции? Выделили из этого блока кода только то, что необходимо для миграции. Все остальные объекты создавали точно так же через миграционные инструменты, а не через порождение их внутри кода. Таким образом, декомпозировав эти операции, мы смогли, во-первых, быстрее их выполнять, но, с другой стороны, выполнять меньше проверок. Угу. Еще вопросы? Спасибо большое. Было интересно. Спасибо, Ренат.